Остальной ход России. Привет, Роман, Олежка, Паша. Все ребята, кто ломает, кто заказывает у меня металл. Вот эта коробка вчера, из которой я сделал калибровку. Вот, поближе на виду. Вот видите, здесь и блестящий, и серый, и полублестящий. Вот я три блестящих вытащил, положил сбоку. С такими шляпками. Причем с зажимом таким очень слабеньким. Вот видите, близко навожу. Это полностью блестящее. Сейчас посмотрим. С этой партии вчера я калибранул. Кому было интересно, посмотрели. Вот остался вторая часть этого гвоздя вчера. И вот что, одна особенность. Попробую сейчас навести. Нужно взять вот фокус. Вот смотрите, если сбоку смотреть на металл, я в магазине давно здесь занимаюсь, очень похоже на припой. Понимаете, то есть я как бы откусил его, но он не щелкнул, а отломался в последней фазе. Это тот, который 240-250, странное такое вот, странное сечение. Не понимаю, еще сделано, но 240-250, и вот. Опять же отломалось, это сегодня, блестящий, и тоже такой металл на срезе, он как не зернистый, а как, о, какой-то непонятный, это блестящий, вот он, из этой же коробки, вот я его зарядил. Зарядил на 180. Вот видите, 0, 180. Ну сейчас, ребят, посмотрим. Тут, в общем-то, вчера я общался со многими и пришли к выводу, что придется только отобрать блестящие и все. Остальные, ну, серые, не знаю. Может быть, серые попадутся еще с какой-то нагрузкой. Но. Ломать все я не буду, так что вот две калибровки я сделаю. Сейчас посмотрим, какой кинг у этого совпадет, Роман, с тем, что ты мне присылал, или не совпадет. Включаем. Ну вот сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Все, нули. Пошли давать натяжку. 100, 120, 150, 160, 170, 190, 200. Ну, уже при 200 сломался совсем. 217, 230, 240, 250. Сильно проседает, сильно. Вот так. 245. 30 градусов. Так что вот так получается. Интересно. Сейчас я еще чуть-чуть подтяну, но металл сильно садится. Точная копия калибровки вчера вот этого серого. Один в один. Даже можно будет посмотреть. Вот уже на 239 просел. 260 я вчера подтянул. 250,9 серый показал. Этот 252,9. Один в один. Получается, что в этой коробке блестящие, серые, темно-серые, светло-серые, все имеют, ну, как бы один ГОСТ, это один металл, значит, в общем-то,
252,9. Значит, не было завышения там по силе. Включаем. Сейчас еще покладем на этот транспортир. И все станет ясно совсем. Вот он. Ну, сомневаться не приходится. Отлично. Хорошо, что так получилось, в принципе. Чем по-другому. Значит, вот калиброванный сегодня. Четко. Ровно 30 градусов. Вот вчера серый. Я его еще подломил. Там на 50. Значит, один в один. Так что прошу любить и жаловать. Цвет разный. Материал один. Свойства одни. Сила одна. 250 килограмм. 245-252. Вот так скажу. Все, ребят. Всем здоровья. Следующий фильм — это вторая коробка, вот открою, которая нижняя. Пока.